Недавно в Шуши на одном из родников была ликвидирована армянская надпись, сделанная после оккупации. Армяне, как всегда, подняли вой, мол, уничтожили древнюю надпись нашего древнего родника. Как сообщает телеграм-канал ИРС Азербайджан, на самом деле до оккупации на месте этой надписи было выгравлено имя Самета Гаджаваншира, который открыл родник. Можно найти несколько старых фотографий этого родника в интернете, а также видео, снятое армянами в мае 1992 года после оккупации Шуши, на котором можно видеть армянского священника, оскверняющего родник, отмечает канал. Поехали, да?